концерте приняли участие музыканты разного возраста. Выступали и самые юные, те, кто еще только постигает тонкости владения инструментом. Конечно, выступать в новой обстановке сложнее, но это необходимо. Это приносит не то что пользу, это приносит огромное дальнейшее желание для детей выступать. Они видят, как выступают их преподаватели, а у нас большая радость в том, что практически каждый преподаватель, концертирующий преподаватель. И в дальнейшем они хотят приходить еще, приводят своих друзей, и родители, видя, что есть результат, они, конечно, радуется этому. Дарья Волчкова занимается скрипкой уже четвертый год и хочет заниматься музыкой в дальнейшем. Выбрала скрипку, потому что, когда я была в школе, к нам на музыку пришла девочка, и она очень красиво сыграла какую-то пьесу. Мне сразу захотелось играть на скрипке. Ну, родители были даже за. Ну, просто согласились, у нас вся семья музыкальная, у нас все учились в музыкальной школе и уже закончили. А вот Катя Лопарева играет на трубе. Полтора года назад в музыкальную школу ее привела бабушка. Я сначала думала на флейте буду продолжать, потом попробовала, и у меня чуть-чуть начало получаться, и захотела играть дальше. Каждый такой концерт повышает уровень исполнения юных музыкантов, ну и, конечно, приносит радость их родителям, бабушкам, дедушкам и друзьям.